Олегов молодец, не стал сдавать, блядь, эту сумку. Николаевск, Николаевск, не устанем колесить. И Николай, давай закурим, не могу не закурить. Всем здорово, всем привет. Николаевск на Амуре встречает такой замечательной погодой. Вот. Что интересного, что нового в Николаевске произошло? Ну, все, что новое у нас, собственно, можно узнать. Приложив ухо к телефону. И совсем не нужно открывать всякие, значит, административные самоздатовские паблики. Нет необходимости покупать газеты. Достаточно просто взять телефон, нажать кнопку, да, телеги или ОК, или ВК. И все, собственно, у вас будет под рукой. Вот. Но хочется сказать, что ситуация, вот, которая сейчас у нас в Николаевске складывается на уровне именно вот самоуправления, все же с головы идет, да, в общем-то. Вот. Складывается ситуация, я вам скажу, патовая. Наша любимая Единая Россия, по-моему, прямо хваткой железной прямо такое вцепилась в Николаевск, приделала ему жернов такой огромный. Вывезла подобно муму и скинула с лодки, вот такое ощущение. И он, короче, тонет, Николаевск. Не знаю, может быть, я не прав. Скорее всего, апологеты, вот эти все граждане Единороссы со мной, конечно, они не согласятся. Вот, еще я не понимаю, меня как бы до сих пор не включили в чат. В чат собрания депутатов. Неужели такая прям халатность, что его прямо так вот таки еще не сделали, этот чат? Не может такого быть. Делается он, насколько я знаю, в течение там 3-5 минут для тех, кто умеет, со смысловой нагрузкой, со всем оформлением. Ну, либо делается там он, может быть, ну, поковыряйтесь, если не знаете. Но обычно там люди специально обученно этим занимаются, ничего сложного нету. Так что здесь тоже какая-то непонятная тоже ситуация. Ну вот с ТИКом, да, что ситуация, помните, была. Я написал в суд на ТИК, потому что ТИК волен, да, делает все, что хочу. Ну, ТИК, это же неспроста, это можно сказать территориальная избирательная комиссия, а можно сказать, что это нервный ТИК. Что такое ТИК? ТИК — это подергивание определенное, да? ТИК. Где присутствует ТИК, там какая-то нервозность наблюдается. Например, математика, да? Знаете, математик. Телефон маленько подзавис. Ну ладно, выложим как есть видео, посмотрим, что получится. Собственно, хотелось что сказать? Хотелось сказать, что вот ситуация, которая сейчас, говорю, сложилась, вот эта патовая, ее может поменять только мы. Только мы и только мы. Сплоченно, сообща. Но здесь очень многие начинают сразу передергивать, типа там, как сплотиться там, на какой там основе. Они просто не понимают, не могут даже это объяснить. И появляются там разные такие всякие движения, такие туповатенькие, типа там всякие кобра, там быдло, цир, цик, там всякие там, я не знаю, что только там не понаделали. Всякой фигни. Эти граждане СССР 2.0, ну там хвост им прижали, как бы, ну все. Ну и как бы... И среди всего этого безумия Единая Россия, такой статуя, бьющаяся пяткой в грудь, и говоря, да, мы все сделали, мы город спасли, мы врачей вам привезли, и все, короче, хорошо, мы молодцы. Ну, не знаю, давайте думать вместе как-то. Пока я еще депутат, пока меня еще оттуда не уволили, потому что предпосылки уже есть. Все, всем добра, пока-пока. Ну, еще раз, конечно же, да, не подписывайтесь на мой канал, конечно, ни в коем случае.